Прокуратура Рассказова возбудила дело об административном правонарушении. Главным фигурантом стал Сергей Хрипунов, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города. Причиной штрафа стало обращение местной жительницы. 7 мая женщина написала заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в законности строительства двух торговых площадок на улице 8 марта. Рассмотреть обращение поручили начальнику отдела архитектуры и градостроительства Сергею Хрипунову. Чиновник, в свою очередь, не стал утруждать себя тщательной проверкой и даже не посетил место стройки. В ответе заявительницы он лишь констатировал факт выдачи администрации города разрешения на строительные работы. В свою очередь, органы прокуратуры посчитали такое рассмотрение нарушением прав заявителя на объективное и всестороннее рассмотрение его обращения. Дело в административном правонарушении было направлено в суд, по результатам которого сотруднику администрации назначен штраф в размере 5000 рублей.